Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне, смотрите, с левой стороны нарисовать вот так вот две буквы А, сверху желательно розовенькая, а снизу голубая? Можно? С какой стороны? С левой. Здесь, да? Да. Ну, просто сверху А розовенькая, а снизу голубая. Еще не все. Я хотела попросить еще с правой стороны нарисовать сверху букву А, снизу букву Т. Это... Только синим, да? Ну, фиолетом желательно, но можно синим. И здесь фиолетом. Сейчас в конце ждет самое интересное. Это еще не все? Нет, по рисункам это все. По рисункам, надписям. Размера, да? Ну да, примерно. Теперь смотрите, рассказываем, что вы сделали. Слева вы нарисовали знак бесконечной любви, две буквы А, Андрея и Анна. А справа вы первую в истории нарисовали автограф мой, на мне же. Это мой автограф, Андрей Трухин. Здорово, я очень рада. Смотрите, можете послушать песню «Андрей Трухин, Красный проспект». Новосибирск, Сибирь, Сибирь, арена, оперная академия, Александр Каренин. Скоро я ее спою на Сибирь-арене, но не сегодня, но когда-нибудь спою. Запомнили? Андрей Трухин, Красный проспект. Хорошо. Запомнил. Спасибо вам огромное. Сюда я поднялся, чтобы увидеть вот это. Ну и заодно показать вам вид с этого этажа. Хотя, наверное, не сильно будет видно, но тем не менее. Река. Автограф. Знак бесконечной любви. Unusual Creative. Так, предлагаю вам угадать сектор, ряд и место. Попробуйте. С первой попытки угадайте, отвечаю. Ну ладно, не отвечаю, не могу за вас отвечать. Неправильно сказал. Короче, угадайте ряд. Сектор, ряд и место. Сектор, что ряд, девятое место. Слышишь,
группа Сибирь, арена оперная академия Александр Карелин. Круче явно, чем то, что сейчас играет. Страна, мы гордимся тобой. Спасибо. Россия! Вообще вот здесь не надо было сесть, потому что то был четвертый сектор, а вот это третий. Сегодняшний матч и ворота команд защищают сборная СКЛ Станислав Барашников, номер 50. Сборная России Егор Забрагин, номер 30. За игрой сборной России я смотрел, наверное, в 2009 году в Лужниках, Россия, Германия. Футбол. Достать камеру, что сейчас будет гол. И вот прям я ее достаю и забивает гол. 10 секунд не успел достать. Thank you.
Россия! Счет после второго периода 6-1. На третий я уже не успеваю остаться, потому что нужно еще кое-что успеть сделать сегодня. Что я успел зато сделать? Успел сходить на матч сборной России впервые, кажется, с 2009 года. Конечно, это не международный матч, и это молодежная сборная России, но это, блин, сборная России. Плюс... Я уверен, что сейчас я смотрел за игрой будущих Павлов, Буре, Дацука, Ковальчука, Овечкина. Сейчас, до того, как они стали такими суперзвездами. Ну и, конечно, первый в истории автограф, оставленный на мне. Мой автограф, оставленный на мне. И что-то еще было. Да вроде все, что я хотел сказать, сказал. Новосибирск, Сибирь, Сибирь-Арена. Ну, согласитесь, рэпчик, который там звучал, но его не сравнить с Красным проспектом. Вообще никакого сравнения. Вот что я хотел сказать, что теперь Сибирь-Арена, вот я сейчас был на матче, и у меня такое ощущение, как будто я как домой себе пришел, вообще нет никакого волнения, я прям... Даже как-то, знаете, немножко как-то скучно, не хватает масштаба от понимания, что когда я здесь буду петь однажды эту песню «Сибирь-Арена», «Красный проспект», как-то такого драйва не будет, как был бы, если бы я спел, например, год назад. Вот. Вот так вот. Знак бесконечной любви, две буквы А, небоскреб в Дубае, потом пустыни, краса. Пока. Я тут подумал, давно я не записывал видео голым. Кажется, первый раз такое было в начале декабря, когда мне на пальцы сошла зазубринка, щербинка. И в тот же день я записал, по-моему, песню, или в тот же день, или в один из дней, своей музыкальной поймы «Мастер» и «Маргарита» тоже голым. И еще одно из видео в начале февраля, или что у меня такого особенного, или какой-то рядом с ним, вот я тоже там голый. Вот, а сегодня я вообще не хотел голым записывать видео, но подумал, мне же надо смыть вот это. Думаю, надо заснять этот процесс смывания, я же этим, можно сказать, профессионально занимаюсь, смывая краски. Каждый день, или почти каждый день, уже около 200 картин нарисовал по технике, у себя смывая краски. И подумал, надо заснять это на видео, но не в раковине же мне с ним смывать такую красоту. Я думал, что я сегодня что сделаю? Сегодня, получается, я стал мастером официально, посетил игру сборной России впервые с 2009 года. Впервые другой человек оставил на мне, на моем теле, мой же автограф. Потом... Кое-что я сделал буквально недавно, кое-что попробовал сделать, не знаю, приведет ли это к какому-то быстрому результату, может быть, приведет уже вообще к очень быстрому результату, но может быть и не приведет, не знаю, уже мы видим. И вот сегодня же я еще впервые записываю видео из душа, потому что голым-то видео я записывал, но вот из душа... Блин, вам слишком низко камеру не опустить. Я вообще на самом деле... Ладно. Я пока вот так сделаю. Тут, блин, душ такой неустойчивый. Не то, что моя психика гораздо более устойчива, чем этот держатель для душа. Чем подурачиться еще? Так, блин, главное случайно камеру вниз не опустить. Я бы, честно скажу, я опустил бы ее вниз вот прямо сейчас, вообще мне бы это не составило никаких, не вижу здесь никаких препятствий. Но, блин, пока что коллективное сознание до этого не доросло, чтобы вот такой человек мог раз взять и опустить камеру вниз. Оно вообще не... Короче, ладно.
Опять руки закончились. Смылось? Нет, я же не вижу. Хотя тут не зеркало есть. Так. Я потом посмотрю, чтобы камера не опустилась слишком низко. Если вдруг опустится, мне придется вырезать этот фрагмент. Оно еще не смылось. Вот, теперь смылось. Прекрасно. Ну вот, замечательное видео, я считаю. Неожиданная концовка, надо будет назвать его. Концовка вас удивит. Концовка этого видео. Блин, а почему нельзя камеру вниз опустить? Я бы опустил. Вот серьезно, у меня прям желание опустить вниз. Ладно, раз так хочется, то я опущу ее вниз. Все. На этом на сегодня. Увидимся завтра или не увидимся. Тогда увидимся послезавтра. Либо послезавтра. Ну, в общем, когда-нибудь мы непременно еще увидимся. Пока.